Смотри, кошачий храм. Такой вообще храм поклонения кошкам только в Японии, наверное, возможен. В 16 веке древний японский правитель взял с собой на войну в Корее 7 кошек, только 2 из них вернулись. Здесь они свой покой, видимо, обрели. Храм поклоняется кошкам. Если вы любите очень сильно кошек, можете тоже подъехать. Возложить им дань уважения. Кстати, интересная деталь. Очень пахнет здесь какой-то кошачьей мочой. Или еще чем-то. Вот реально, знаете, вот пахнет кошачьим туалетом каким-то. Вот здесь кошки до сих пор живут. В этом храме молятся за то, чтобы домашние животные, то есть кошки, были здоровыми. Если какая-нибудь кошка болеет, то здесь можно тоже. Как знаете, как у нас в храмах ставят свечки, в японских храмах вешают таблички. Кошечка заболела, можно ее здесь подлечить. Таким нестандартным способом. Один из величайших храмов для... Для кошек? Угу. Самое тесное. Понятное дело, где еще можно увидеть храм кошки? Кто-то он желает, чтобы она до 30 лет жила кошкой. Такое возможно разве?